Время у нас 49 минут. Хорошо. Давай за мной. Так, сейчас. Давай. Ну. Сейчас. Что сейчас? Что ты сейчас там делаешь? А, все. Контроль справа, я налево. Заходим. Опа. Давай проходим. Работы могут быть здесь. 40 минут. Так, иди отсюда, прячься вглубь. Он работал там со стороны. Идет. Уйди отсюда, еще раз тебе говорю. За меня уйди. За меня сюда уйди. Спину контроль. Контроль. Тихо. Копачи, все, присели. Будем слушать, как сюда подойдет. Слушай, движение тихо. Кто-то рядом. Будь наготове. Тебя не слышно ничего? Нет. Да. Это я. Зачем? Да что ты шумишь-то, а? Ладно, пойдем давай. Ты уже здесь рисанулся. За мной пробегай. Слышишь меня? Да. Делай тихо. Пробегай прямо за мной, давай, бегом. Все, идем сюда. Наша задача выйти в поселок. Понял? Что? Так, ты меня не потерял? Нет. Я прям сзади иду. Ну, чуть-чуть.
справа чуть-чуть. Я справа. Шуршишь много. Вроде никого подстрелять. Смотри вправо. Так, я пошел туда, куда и шли, вектор направления. По команде чисто проходишь до меня, понятно. Слышал движение. Ты на месте сидишь, да? Да. Вроде бы никого я не видел. Ты шевелишься? Да. Тогда ко мне сюда двигай. Давай, давай, давай. На меня идешь. Аккуратнее теперь. Медленно, медленно. Медленно. Вместе говорю, сиди. Ты меня слышал, нет? Ты что там ходишь туда-сюда?
снайпер на месте. Двигай до меня. Я продвигаюсь вперед. Как слышишь? Слышу. Только по траве, только по траве. Я сзади тебя иду сидя. Правильно, правильно. Наверх аккуратненько. Давай сюда аккуратненько за мной. Иди в тенек туда, да, в тенек. И смотри в сторону этой метеостанции. Mm-hmm. Лучше ляж вот сюда в тенек. Потихонечку пошел туда вверх. Вот туда на скалу. Продвинусь, скажу тебе. Будь аккуратнее. Понял. Тут снайпер. Давай. Зашел сразу сюда налево. Ты идешь? Я бегу сюда.
Так, мне двигаться? Да, очень медленно. Вижу снайпера. Да, я тоже вижу. Отрабатывать? Нет? Нет. Нет. Зайди правее в кусты. Правее, иду. Проверяю. Наличие засады. С той стороны. Я справа в кустах. Вижу дикого. Вижу дикого тоже. Снизу. Сзади идет за ним. Ага. Так, и тут, наверное, только один на земле и один снайпер, наверное. Так, я отрабатываю снайпера. Вон второй. На земле ты два. С правой стороны отрабатываю. Принял. Принял. Тихо, зайди в кусты. Я в кустах. Вот он, внизу. Не надо пока. Я хорошо. Отрабатываю снайпера. Есть, работай. Ага, понял. По дикарям, да, то есть? Да. Понял. Сейчас будет. Минус. А, нет. Зуб еще. Минус. Последний остался. Он где-то здесь. Слева. Ой, справа. Да, есть. Правая голова. Убегаешь на задний рубеж. Вижу движение на стороне. Ушел на дорогу. Ну, на мозг, где там граната. Да, мостик этот. Да? Да. Или нет? Ну он пошел в сторону туда. А? Это ты пробежал еще? Я пробежал, да. Вон, идет. Стрелять. Стреляй. Ах ты хитрый. Минус. За мной. За мной. Туда идем. За мной быстрее.
кучника. Отходи. Приманка? Конечно. Тихо, не туши. Тихо. Перемещаюсь ниже. Остальная здесь не вижу. Ниже переместился. Ой. Если что, какие-то движения будут, говори мне. Понял. Итак, время у нас 27 минут. А кто-то уже на подходе здесь. Это ты? Да-да-да, это я перезалился. Надо было раньше это делать. Я просто 7 потом встал. Тихо. Где-то рядом. Это рядом. Сейчас сюда подойду. Ты смотри, в кусты там ложи. Тихо-тихо. Не слышно у тебя ничего там? Нет, вообще никого и ничего. Никого не вижу и не слышу. Рядом.
который у патронов там, у ящика с гранатами. Ты его сработал? Да, но он не туда ушел. Он там постоял вот этого бутылки где-то две этих и обратно назад пошел. Я его там свалил умышленно тачкой. Ага. Время 22 минуты. Давай двигаем на себя. Так, а ты где? Ты внизу, я, да? Я к забору отошел, да. Подходи к забору. Дохожу до угла и стартую. Ты что, вперед меня пошел? Иди уже, давай, быстро только. И стартуй туда. Направо. Понял? Да. На горку? На горку, да, давай, погнал. В кустике направо, тихонечко, тихонечко, тихонечко проверяем. Кто-то где-то достреливает. Пойдем дальше. Видим. Казалось, то ли я двух. Здесь нужно аккуратнее быть. Вот не выходи наверх. Вот здесь наверх не выходи. Назад посмотри, кого не видишь. Тишина, двигаемся дальше. Не ходи ты по кустам там прям. Так, кусты садись.
тихо. Тихо. Я просто слушаю, слушаю внимательно. У меня наушники хорошие. Нету ничего. Можно было подать. Полуприседи. Где работали, так и непонятно. Ты не понял, где работали? Либо на заправке. Это на вряд. Заправка далеко. Ну, где два автобуса вот этих. Злых. Пойдем дальше. Аккуратно, да. Аккуратно, аккуратно. Посмотрим. Так, сориентируемся по карте. Так, это у нас. Так, церквушка где-то должна быть. На дороге крайний дом. Крайний дом справа. Судя по всему, вот это он. Смотрим на него. Так. Этот дом будем обходить справа.
Кто-то выстрелил? Да. Станция где-нибудь зеленый. Где-нибудь снаружи останься. Я смотрю, да. Вот это должна. Ты не ходи, говорю, за мной, останься снаружи. Завалят, блять, обоих на. Сейчас посмотрю. Вот он, крайне на углу. Там тропинка ведет. Пошли. Только двигай по дорожке. А? Двигай по дорожке. Так, по какой? Я по болоте не пошел. Так, это где у нас? Тут уже. Это нет, блядь. Кто-то где? А? Где? Не понял. Ты где? Я туда вверх ушел. Вверх? Да, иди, иди, ты правильно идешь. Это ты идешь, да, с правой стороны? Да, пробьемся. Я остановился. Иди вдоль, вдоль иди, да. Прямо идти? Да, иди вдоль, вдоль, вдоль иди. Блин, я не вижу никуда. Где ты пошел-то? Я опять спустился вниз. Попал, блядь. Ну, вот он, я бегу, ебаный. Вот я, вот да я. Да я вижу, что ты вот. Я не пойму, то ли этот дом, то ли какой. Один дом я точно знаю какой. У тебя здесь квест, да? Да. Пойдем спокойно. У папа? А? У папа? Нет. О-о-о. У лыжника. А, не, не у лыжника, а у этого. У охотника. У егеря, короче. А, у егеря. Пошли, прибавим. Так,
сложнее, чем, да, этот. Взять даже нечего, все, обмотали, блядь. Кинули сумку, прикинь. Леха, а у тебя есть что покушать? У тебя что-то. А я хочу есть. На, выпивай сок. Ешь горбушу, выпивай сок, давай просто. На. У меня такая же ситуация. А сок весь? Внутри, блядь. Я уже взял все. Давай. Пошли, уходим. Давай, давай, у меня гидрат, у меня 3% осталось. Мне есть вода. На. На. Чего на? Какая вода? Я тебе еще... Ты консервы отдал. Пошли быстрее, 5 минут осталось. Ходить надо. Сразу направо ломить. Ну что, сразу направо. Будь аккуратен. Здесь крыши поганые есть. Этот участок проходим аккуратно. Я прям вдоль забора иду. Прям вдоль. Да, я слева. А я прям говорю. Проходим дальше. Так, 4%. Дойти успеваем. Пойдем дальше. Задача выполнена частично. Нет, все равно плохо видно. Спускаюсь. Засвет и дает вообще просто дикие ужас. Да. Yeah.